По предварительным подсчетам, масштабный велопробег в столице Полесья собрал более 300 человек. К нему присоединились учащиеся многих учреждений образования Пинска, работники предприятий и организаций, члены различных общественных формирований и партий. Люди разного возраста, интересов и увлечений собрались накануне Дня народного единства, чтобы сделать общий вклад в сохранение традиций и истории нашей страны. 17 сентября. Это символ единения, суверенитета, патриотизма. Ведь именно единство, суверенитет и патриотизм успешно позволяют стране развиваться и быть белорусом, как самостоятельно развивающейся нации. Даже вот этот велопробег, он объединяет нас всех. Здесь присутствуют люди разных профессий, разной направленности. Но тем не менее мы здесь потому, чтобы показать, что мы в единстве, вместе, что любое направление наше, если мы возьмемся все вместе, мы это сделаем. Мне кажется, это для того, чтобы как-то сплотить нас, ну, чтобы после тех событий, которые были, надо, чтобы люди были сплоченные, чтобы нация, понимаете, если нет людей, нет нации, нет сплоченности внутри, значит, и как бы страна, это уже не существует, как вот происходит в соседних странах, надо, чтобы было все сплоченно, поэтому мы должны все соединиться, вместе объединиться, и вместе мы сила. Это единство, это вообще объединяет весь наш мир, это так важно. Я за единство, мир и спокойствие на земле. Значит, этот праздник очень, я считаю, важен для нашей страны, для объединения, для уточнения, для молодежи, чтобы они понимали, что такое единство. Вот можем обратить внимание, что в основном здесь молодые люди собрались. Они под нашим главным флагом страны. Мы все будем в честь этого праздника проведем этот велопробег с большим удовольствием. Ну, этот велопробег проводится в честь Дня народного единства, который отмечается 17 сентября. Ну, чтобы как бы народ был целым единством, все вместе друг другу помогали. Сегодня то, что здесь это происходит, это как раз для молодежи, как раз и есть патриотическое воспитание, чтобы они знали нашу историю, нашу Беларусь. Маршрут велопробега пролегал по всей столице Полесья. Ставшее традиционным спортивно-массовое мероприятие добавило позитива и драйва всеобщему празднику и в этом году. Любители активного отдыха стартовали целыми семьями с близкими и друзьями. Но все же большинство участников велопробега – это молодые пинчане, активные, инициативные, неравнодушные к прошлому, настоящему и будущему своего города и своей страны.